Я еще считаю, что способность женщин рожать переоценена. Ну потому что посудите сами. Большинство живых существ на планете может выносить потомство внутри своего тела. Было бы круто, если бы вы могли вынашивать ребенка снаружи своего тела. Типа появляется зародыш, маленькая бородавочка. Причем появляется там, куда попало семя. На живот повезло, на спину, ну, сама виновата. На лицо, ну, надо было кожаными шлемами пользоваться. Это контрацептив, ты че?